Более 20 лет продолжалось наше сотрудничество во имя сохранения мира и согласия на земле Башкортостана. Одним из величайших деяний этого многоуважаемого и достойнейшего человека и вот эта мечеть, комплекс мечети Ля-Ля-Тюльпан. Огромен вклад Муртазы Байдуловича в духовно-нравственное возрождение республики. Дело. Мы никогда не должны забывать. «Мэн лям яшкуринна, салям яшкурилля». Кто не будет благодарным людям, тот не будет благодарным и Богу, говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Мы с вами сейчас находимся в главном, то есть в кафедральном соборном храме Рождества Богородицы города Уфы, который восстанавливался по указу как раз первого президента нашей республики Муртазы Губайдуловича Рахимова. Мы уйдем каждый в свое время, а дела наших рук все-таки они останутся. Он первый президент, он первый начинал эту тяжелейшую работу, поднимал нашу республику с колен. Память, которую он сейчас оставляет после себя, она никогда, конечно, в людях не забудется.